Fashion Street. Выходим. Смотри. Under Armour. Так, опять мы выходим на какую-то улицу, на которой просто... Мне кажется, что ты в Турцию приехал. Идем. Прием платежей. Кафе Садовод. Вау, смотрите, сколько там Алиэкспресс. Ну, пойдемте в новогодний еды. А вон эти экскаваторы. Ладно, пойдем дальше. Офигеть, гирлянды. Ну, смотри, какой шар красивый. Да. Слушай, ну давай потом зайдем сюда. Где? Мне, да? О, Матвей хотел вот этот планер такой. Не ветки, а на дерево повесить. Гирлянду повесить, чтобы осветилось. Просто надо длинную гирлянду взять. Ну это вот так вот это вот, наверное, вот это вот. Вот это шарик. Не шарик, а вот это вот. Вот это вот. Светодиоды. Да. Сколько она? 6 метров. Белое будет ее видно, надо вот. А черное тоже 6 метров, да? Большие есть там по 50, по 100 метров? 80 метров есть. А? 80. 80? Сколько стоит? Уличный или домашний? Уличный. Уличный будет 2400. А сколько там светодиодов? 1000. 1000? Да. Ровно. И метр точно, и лампочка точно. Как что написано, там 50 лампочек, а там 1000 написано, 1000 ламп есть. Угу. Это 400, 600. Угу. А, она разноцветная. 48 метров, 32. Ой, это вообще не моя история. Это не моя история. Что там дальше? А нет, идут еще гирляндочки. Друзья, здесь можно торговаться. Торговаться. Большой базар. На окраине Москвы. А сколько стоят такие? Маленькие. Какие размеры? Ну вот такой мишка сколько? 500. А олени? Уличные. Олень такой 3500. Коричневый. Лена, мороз есть 2 в 1, 3500. Давай, я возьму вот эту одну кольцо. Ну вот таких вот мышек взять, да, надо, и в каждый бокс положить. 100 штук возьмите, да. Новогодние. Сколько тут? 100, да? Ты на 1000 рублей. Ну возьми. Тяжело, ну я... Прикольно. Да, сфоткай. Все дают визиточки. Вот они, смотри, вот эти вот штуки, которые, да, хрен знает сколько, да, стоят. Любимый, вот здесь. Муж, вот свечечки сколько стоят, интересно. Да. 5-7 рублей, 10-15, 20. Ой, игрушек сколько. Всяких разных. Безобразных. Ленточки. Короче, ну это прикольное времяпрепровождение, если оно, конечно, у вас есть время, и вам его не жалко потратить на то, чтобы просто потусить здесь и пообщаться с продавцами. Здесь, конечно, прямо. А. Линия хозтоваров. Хозтоваров пошла. Вот сейчас хочу узнать, сколько ножи сейчас стоят. Покупал недавно за 110 рублей. А сколько ножнички стоят такие? Сколько стоят? 100 рублей. 100 рублей. Я брал за 110. Пони. Сколько такая? 150. Мы брали Сашки за 200.
пойдем? Пойдем дальше туда. Братан, джинс надо на вас руку? На меху. На меху нет. Бородатый мкит. Друзья, нужно сюда приходить целенаправленно за какими-то вещами. Прицениться изначально, сколько это стоит вообще, ну, в интернете посмотреть или в любом другом магазине. Приходить сюда и просто торговаться, сбивая цену, может быть, даже пополам.